Ну, покажи, что у вас в руках. Записываем, да? Да. Так, вот с утра я обычно беру цветы. Один цветок для арки, для предложения. И это цветы для пушки. Ну, это... Для лепестков. Когда пробуждаем, да, лепестки, когда пробуждаем, мы предлагаем лепесточки. Ага. Все. Вот, идем на алтарь. Перед тем, как зайти на алтарь, я обычно читаю мантру, есть обычная мантра. Утишто, Грасен Маха Баху, Кришна Дхар Маракшакам, Спутам Капата Дхарам, Вишна Пуджа Карамахам. Потом я тихонечко стучусь в алтарь, не очень громко, ну, чтобы Господь услышал. И захожу. Захожу. Сразу здесь я включаю свет. Проходим сюда дальше. Здесь включаю свет. Это со стороны, где там у нас портреты Гурудева. И здесь включаю свет. Ложу цветы. Делаю полный дандават. Так, сейчас нужно будет пройти, чтобы было видно. Дальше нам нужно будет один платочек для пробуждения и один платочек для пуджи. Так, здесь я буду. Добавляю воды, если в стаканчиках мало воды, я добавляю воды. Стаканчики. Так, смачиваю платок. На полторы так. Должен быть у нас смаченький. Смачиваю, потом отжимаю. Отжал. Сюда ложим этот подносик. Дальше. Цветочки я на лепесточки их разрываю. Если мало цветов, не обязательно много, можно меньше. В зависимости от того, сколько цветов, столько я и пушку прибавляю. Сейчас у нас цветов много, я делаю побольше, чтобы цветы у нас не испортились. Зря не ушли, поэтому я делаю столько. Дальше делаю очман. Кишева я не могу. Я смотрю взгляд мой на воду и произношу манту. Ну, как бы вода наполняется мантой. Ом Нараяна Намага. Ом Мадавая Намага. Ом Гундая Намага. Ом Вишнавия Намага. Потом очищаю пушку. Пушпи, пушпи, маха, пушпи, сапушпа, пушпа, сандави, пушпа, чаватинчу, пушпа, слава.
второго дома, это было село, село Петломина, было совершенно много. Дальше. Беру колокольчик в левую руку. На большой палец правый я наматываю один раз шнур. И начинаем пробуждение божеств. Начинаем с города. Прикасаемся к стопам и читаем мантру пробуждения. Потом гауранга. Потом Кришна. Богу палец, ванна, шоданна, ванна, кишкарата, сапи, батарасы, жилопаты, деревья. Это список такой, отхарай. Вот. Как мы произнесли мантры пробуждения, дальше мы предлагаем им воду. Тоже начинаем с Гурудевы, поскольку, ну, как бы, слуги стоят первые, мы пробуждаем сперва слуг, ну, как бы, Гурудева, ну, это последний Кришна. Начинаем тоже предлагать воду Гурудеву. Дамука по три раза. Дамука пракшаланда дакамай гуранирмана. Воду скапываем большую в эту пару. Дамука пракшаланда дакамай гуранирмана. 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 Дамука пракшаланда платочек. И тоже где-то пару круговых движений мы начинаем с Гурудевы. То есть круговым движением мы принимаем Гурудеву, Гуранги, Радхарани, Гирираж, Криша. Без всяких мантр, просто круговое движение. Потом пушку. Пушку мы начинаем предлагать с Гирираджа, потом Гауранги, Радхарани, Кришне и Парампаре. Три раза. То есть вот эта вся пушка у нас должна на три части разделиться. То есть три раза мы берем, начинаем с Гирираджа. Круговые движения просто Гирирадж. Потом рядом на символе. И сюда скидываем. Сюда. Второй раз. Так же. Просто без матера, без всего. Сюда прилагаем пушку. Мантра произносится. Мантра произносится Клин Кришна Гуминя Гупитяна Хайсва, когда мы предлагаем. Ну, то, ну, обязательно вслух, это я обычно про себя это читаю. Так. Вот, мы предложили. Пушку. Дальше. Теперь мы
поднимаем гирираж. Одеваем корону маленькую гирираж. Корону и флейту. Дальше убираем одеяло. Сюда выше. Флейту сюда убираем. Аккуратненько его приподнимаем, снимаем ганч снимаем, тоже так вот на руку ложим, чтобы у нас не то, ложим на руку, идем сюда и одеваем одежду. Аккуратно, она как бы немножко шатается, чтобы не вот все это. Так, одели пока платье. Дальше. Одеяло. Все это мы складываем аккуратненько сюда. Тут есть такая штука. Когда пыль ничего не попадало. Мы накрываем накидочкой и убираем сюда. Дальше берем трон с гирижем и ставим сюда. И садим его в рот, чтобы было одинаковое место от края до края, посерединке. Управляем. Управляем одежду. Берем чадр, одеваем чадр, и утром я обычно одеваю какие-нибудь бусы. Бусы висят здесь. Бусы висят здесь. Вот можно. Бусы одеваю под цвету какие-нибудь. Можно любые бусы. Главное, чтобы цвет совпадал. Поскольку у нас вот красный тут есть, вот красный. Uh-huh. Вот. Красный цвет вот к этим подойдет, в принципе, наверное. Флейту. Так. Так. И дальше одеваем корону. Так, беру. Вот так. Садил. Вот эта вот штука, она должна вот по центру быть. Кил, кил, по центру кил. И так вот, где глазки у него тоже все это ровно, чтобы должно быть. Примерно вот так.
листы, смотришь, что все было. Обычно я ее поворачиваю так, что когда трон вытаскиваю, чтобы ее не уронить, она ее так ставлю. Тоже обратно ставлю на место, правой. Вот. Шторочку закрываю. И сейчас, в принципе, вот пробуждение все. И утром, вот когда утро, потому что мы два раза его будем, днем и вечером. Угу. Пробуждение одинаково днем и вечером? Да, да, всегда одинаково. Ну и все, парафернали к утреннему варике уже готовы. Угу. Все. Вот.